Добрый день, мой дорогой друг. Мы приехали сюда не просто так на этом БТР. Это замечательный... This is Russia? Yeah, this is Russia. This is Бладищево. Oh, really? Yeah, really. Go, go with me. I know this town. Oh, my God. Yeah, go with me. It's the city. It's street, улица Новодрищенская. Yeah, go with me. Go with me, my friend. Go with me. I'm watching you to in my room. This is not my friend. This is not my friend. I'm going in my American. Oh my God! Oh my God! No! Всем здорово, ребята, с вами Варпач, Кофе, это мы вот американские, да, друзья были, и гопнички Максим и Андрей. Сегодня мы поиграем в угарного маньячка в CS GO. Hello, дорогие друзья. О, да, запасайтесь вкуснейшими печенюхами, кофеюхами и приятного, конечно же, аппетита и приятного просмотра. Кризинса, распродажа шуб. Хлебосос Спыра. А наши манички, а их у нас сегодня два штуки, Андрей и Макс. Так, алло! Все, что было поровну, камон! Не знаю, мы спрячься. Я говорю, спрячься в остановку туда и не подглядывай. Олег, а мы с тобой пойдем спрячемся. Пойдем. Тут причем прикольный реализм такой сделан, знаешь, то, что когда открываешь дверь. Погоди, а. Что там, ну, эти... пошли оттуда. Опять эти наркоманы, да, городские? Вы как они задолбали уже, а? Реально бесит, а? Вообще. Реально бесит, вот реально задолбали. Тут, кстати, есть это, замочки. Кирюх, а ты где, а? Я вот повыше маленечко. Смотри, это, знаешь, ставьте лайк, ребят, если у вас тоже такие двойные двери. Да-да-да-да. Так, подожди, даже знаешь, что надо, Олег? Еще. Вспомнил? Что это, кстати, в этой карте мы играли в эту карту очень давно-давно. Это нет. Вот. Да? Не, здесь нету. Мы играли очень-очень давно в эту карту. Я не знаю, сколько, года два назад точно. И что-то вот прям поностальгировать захотелось. Так. Кирюх, можно туда залезть, в принципе? Да? Можно. Пойдем лучше туда. Я пошел. Блин, все, я пошел. Да, пацаны. Я чуть выше поднялся, Олег. Чуть-чуть. Давай, Кирюх. Так, быстрее, Макс. Да, Олег только что спалил ваше местонахождение, пацаны. Подожди. Да? Да. Я понял. Нет, в смысле, как? Я третий этаж. Третий этаж, ты вылез из окна и начал по мне шмалять. Ничего подобного не знаю. Маш, пока наверх, я тут все прочекаю. А, да ладно. А, можно выбить ее. Я выбил, Олег. Давай. Это чепуха. Интересно, конечно, способом выиграть. Вот здесь сидим, Кирюх. Знаешь, куда можно, Олег? Олег. Если что, просто вниз, прям со всей дури. Вот туда, видишь? Вот на вот эту вот штуку. Девы, а, здесь мрази. Вот на эту, смотри, вот на эту. Понял? Да, пацаны. Я понял. Да. Подожди, пока что. Блин, страшно так. Да где вы? Гопники, а вам все скажи. Гопники расходились тут. Реально, денег захотели. А? Приехали. My friend capital of the Great Britain, вообще-то. Поймите, вы сброд. И для нас. Так, подожди. Оп. А это, походу, и дверь открыл. Ладно. Здорово, пацаны. Здорово, мы к вам пришли. Куда? Понятно. Красава. Так, в принципе, все и происходит. О, здесь выбросил. Вот так и бывает. Если ты вот гуляешь по крышам, то вот так и происходит. Просто, понимаешь, влетели, я даже выбежал на крышу. Пацаны, это был расслабительный раунд. Сейчас не получится у вас так. А чё, парни, автобус ждёте? Да, это комната, да. Все, он не приедет. Ждите, так отвернитесь в стеночку. Офигел, слышишь? Я сейчас мальну, алё. Тихо, отвернись. В стеночку отвернись, нечестно подглядывать. Быстро. Вы все равно выйти сейчас не можете. Сейчас тебя, Олег. Нечестно подглядывать. Пацаны, мы же вас не видим все равно. Кирюх, вообще не говори, просто некрасиво поведение. Вообще, Макс, нельзя. Вообще, без уважения. Ребят, без уважения. На 10 секунде травмат. Можете выходить. У нас травмат есть, слышишь? Да, так. Мне кажется, он вам не поможет. Кирюх, давай сюда. Что-то не работает. У нас есть травмат с оптическим прицелом, здоровый такой. Вот давай сейчас, вот так вот, блин, как-нибудь надо... Так, в поисках Нео, Макс, они куда, не зашли в дом? Чего поставили? Какую понятно, бомбу? Пацаны, мы решили взорвать этот... Пацаны, а кто на нуклипе там летает? А кто на нуклипе прыгает там, а? У нас вместо травмата.
Подрыпал там куда-то, а? Пацаны, это 13 район. Помните, как в фильме, да, они бомбы ставят? Да, 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 да. Так вы должны, как Ямакаси, сейчас бегать по крышам. Да, 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 мы так и бегаем сейчас. Да, мы. Не, мы заметили, что вы как Ямакаси туда. Кирюха, в принципе, в прошлом раунде неплохо побегал, как Ямакаси по крышам. Че, сливаете раунд или что? Да нет. Да нет. Чего это мы его должны сливать, я не понял. Ну, контр. Ой, у нас все прекрасно, у нас все хорошо. Да блин! Бараны! Понятно. Они сзади, сзади были. А, ты присел, значит, да, начался. Ну, понятно, понятно. На этот раз, пацаны, никаких, сука, остановок. Заходите в гараж. Заходите в гараж. А ну-ка пошли. В гараж. Помогите. А вам что, особое приглашение, мужчина? Мужчина. Ну, клипе вылетит. Проходи, проходи туда. Что такое ноу-клип? Я не знаю, что ноу-клип. На 3.30 выходите. Дверь закрой. Кирюх, Кирюх, вот. Закрой. Кирюх, Кирюх, Кирюх. Так двери нет. Закрой дверь. В смысле нету? А как? Даже я же помню. Тут через подсадку, Олег. А, давай, Кирилл. Не-не-не, пойдем, я кое-что покажу. Сука, ну отвернитесь, ну нечестно так. Я отвернулся. Я отвернулся. Смотри, Олег, подожди. Давай, давай, давай. Спеси снял на металлом сдал. А, подожди, а они во сколько должны выйти? 30 секунд. Давайте, пацаны, мы не пойдем. Смотрим. Не, пойдем, ну в принципе, пойдем. Можете уже выходить, наверное. Да, можете выходить, пацаны. Не, ну карта реально огромная. У вас ничего не получится. Все, парни, до свидания. Да. Кто А чё? Здорово! Hello! Подожди, они только не стреляйте, у вас тазеры, либо ножи. Все. Я сразу ушел туда. Я тоже. Тихо, 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 тихо. Какой ноу-клип? Кому? А ну-ка назад. А ну, копота местная. Смотри, там юх написано. А мы пароли не знаем, так нечестно. Ну вот и все. Вот и все. Кирюх, Кирюх, иди сюда. Пойдем, пойдем. Пацаны, мы сейчас сами к вам придем. Олег, сейчас покажу фокусы, смотри. Давай, куда? Смотри, нам вот сюда. Вот, да. Оп. Давай, ты первый. Подожди, там по таймингу, там по таймингу. Пацаны, посмотрите на самую главную улицу. Сейчас будет просто кавабунга, па-мам, сука. А что будет? Мама! Папа! Да-да-да! Ну чё, гопники не ожидали, да? А вы а где они? На главную улицу выйдите, кому? На главную улицу, дорогу выйдите, алло. Они, они даже не видели, прикинь. Я через окно, я через окно вижу. Какое окно ты видишь? На этаже, вон. На какое? Какая-то клетка поднялась. На каком? Да вы на нас стоите. Я на третьем этаже. Ваше место в клетке как раз. Ну, подожди, Олег, сейчас я вычислю, где они там стоят. Здорово. Они на клетке стоят, да? Нет, один сзади, один. Андрей, зачем ты на крышу побежал? Вон они, вокруг тебя бегают, вокруг тебя бегают. Ну тогда, Кирюха, ты где? А я сейчас им, смотри, открываю вам дверь, успеете, забежите, не успеете, не забежите. Ну, и где дверь, какую дверь? Понятно. Раз открыл, вам... раз закрыл. Во, вам для телеп... вам открывает не дверь. Не успели, да? Не успели, да? Ах, как же так, как же так? А как вы туда попали? Как же так? Эй, в смысле? А что ты на очко присел-то? А что ты на очко присел-то сразу-то, а? В смысле? Андрей! Андрей! Мне сам Кирилл открывал дверь. Что, сука, за гопота пошла? Кирилл такой сразу такой, оп, он назад сдал. Да ты правильно сломал там дверь, откусил или что-то там сделал, я не знаю. Я снял на металл. Страшно стало. Я забежал сразу к Олежику в телепорт туда. Настало время нам искать этих гопотов. Теперь у нас есть стволы, пацаны, которыми мы можем воспользоваться спокойно. Вы не копота, не обзывайтесь. Ну ладно, ладно. Гопнички. Тут мне нравятся надписи типа «Юх». Да-да-да-да. Там на этаже там тоже «Юх», только наоборот. У нас для вас есть подсказка. Андрей, а вот тут, Кирюх, иди сюда, смотри, тут написано «Интернет-тариф какой-то». Андрей, давай сюда в этот телепорт зайдем. Как сильно ты любишь, покажи, поставь сердечко. Как сильно ты любишь, срочно. Зайди в телепорт в этот. Блин, круто сделано. Ты знаешь, куда он поведет. Зайди. Какой телепорт? Какой телепорт? Камон. Так, ну. А как обратно попасть? А вот это я уже не знаю. Но они вас не найдут. Какой телепорт, пацаны? Ну. Вот достопримечательности красивые. Мы вам в квартире оставили подсказку. Да, там шумы идут, я там взрывы поставил. Чисто лютые подсказки, там шипение. Серьезно? Да, да. Там будет, короче, для вас телепорт. Подожди. Там провода порваны я оставил. Чего? Подожди, да. И где это? Ну, шипение, типа, проводов, типа, третий этаж вроде бы. Все, подсказок больше нет. Это не самый последний, это предыдущий, скорее вот всего. Вот это, вот это, вот это. Да, и вот эта хата, да-да-да, 11-я. Опа. Вот здесь, смотри. Нет. Вы шипение слышите? Да. Подожди, а где оно? Вот, Кирюху, тут. Смотри, они ищут зашипение. А, и чё здесь?
Так, и? Открывается что-то? Что-то, по-моему, нас опрокинули, Кирилл. Нет, мне нет, тоже нет, кажется. Нет, нет, нет. В этой квартире находится? Да. А, вот, смотри, чтобы получить секретный код, вам нужно угадать уравнение, на самом деле, здесь. А я изначально подготовился, я узнал, как... Андрей, ты не узнал, ты посчитал, ты вычислил. Ну да, да, да. Ты расстреливай. Подожди, а вот это что такое? Я спрыгну вниз. Пацаны, а где вы? Лоу. Дюк-нюки. Мы на водонапорной башне. Подожди, а вы телепортом туда попали? Да, да, да. Из-за телепорт, этой комнаты, в которой ты оставил подсказку. Да, да, да. Он прямо оставил на телепорте эту искру, что вы прямо услышали. Он не работает, ну мы пробуем. Да не работает, пацаны, реально. Как нет, там надо пройти. Да ловко. Куда пройти надо? Куда пройти-то? Там есть подожди. Проходы. Там реально есть проход, Олег. А, ясно. Ну, хотите, можете занокрепить туда, конечно. Воооо! Видал? Готовь. Реально телеп... Ну зачем? Сука! Какого хрена? Олег подготовился. У него год! У него год! И у тебя тоже год! Я специально на ноуклипе сейчас сижу. Понятно! Олег, нормально разбирался? Я без года был. Бессмертные суки. Ясно. Но мы главное вас нашли. Блин, Олег, я понял. Супер быдло. Из Мусохранска. Так, Кирилл, на этот раз куда идем с тобой? А, пойдем. Мы исследовали все места, кроме одного. Мне нужна тут твоя помощь. Давай. Давай. Причем прикол в том, что Кирилл, если стой, я... Стой, отойди, стой, отойди. О. Проходите, проходите. Да-да, я помню, еще два года назад... Ой, это что такое? Новодрищенская, дом 1, пацаны, подсказка вам. Ага, мы найдем Новодрищенская, это, мы знаем, дом 1. Мы там выросли. Подожди, да. А что не открывается? Так, стоп, это наш дом. Вы что, в наш дом хотите зайти? Подожди, а что тут... А как туда зайти? Стой, смотри. Проникновение со взломом. А, нет. Как туда проникнуть? Ребята, по-моему, я помню, там был хоть телепорт, Кирилл, туда. Разве? Вполне. Ребята, нам вызов поступил. А, во, подожди. Олег, 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 Олег. Да, да, да. Вот, я нашел. Где? Тут есть проход. Иди к главной двери, я тебе открою. А, все, я понял, я понял. Иди, иди сюда. Все, пацаны, мы на 30 секунд вот, выходим. А, ты нашел, да? Все. Пацаны, сюда зайти можно только через главный вход, к сожалению. А, ну хорошо, мы зайдем. Да, заходи, заходи. А, заходите сюда? Ну все, мы пошли. Хотя, подожди, 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 давай посмотрим, как они сюда проникнут. Так они же не найдут. Двойное проникновение. Они даже не поймут, как сюда попасть, понимаешь? Как-то вон они. Эй, в смысле? Нельзя! Нет, куда? Стой! Бегом, 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 куда делать? Стой! Она пропала. Куда она делась? Куда она делась? А, подсади меня тогда, давай, Андрей. Ну, куда подсадить? Да я бегу. Или бегу, давай бегу, тебя подсажу. Давай за тебя подсажу. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Тут, давай, подожди. Давай. Вот сюда, 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 сюда. А во. Блин. Давай. Пацаны, мы к вам придем. А вот он сюда, телепорт тоже работает. Смотри, сейчас выбью дверь. О, а изнутри можно Макс открыть. А, вот и мне открылся. Хорошо. Но мы прошли по-честному, короче. Мы тоже по-честному. Он меня подсадил, я открыл ему изнутри. Олег, сюда. Так. Там у тебя 5 секунд КД будет. Вот, всё, найс. Nice. А, как сюда? Чего? Откройте оп дверь. Андрей. А, не знаю, звоним, как попасть туда. А, давайте открою. Я открыл, я открыл, открыл. А, не видят, подожди. Надо было кнопочку даже. В смысле нечестно? Олег, давай обратно. Подожди. Тварь, ах ты тварь. Ах ты тварь. Так, Макс, надо быстро уравнение решить пойти. Какое я открыл, открыл, они открыл, открыл, открыл. Они телепортируются, они снова в доме, они троллят. В смысле? Закройся. Тихо. Бежим. А куда, брат? Тихо, здесь какой-то телепорт. Олег, патроник там. Как я это сделаю, Кирюха? Не знаю. Они где-то здесь, они где-то в доме, они что-то Олег, знают. Олег, они... у нас будет 5 секунд. Они... Олег, они у нас что-то... будет 5 секунд всего. Они... Такие, у меня получится. Сейчас. У меня сейчас безопасно. Я знаю. О, они... подожди, стой, Максим! О! Стой, стой, стой! Ты буквально секунду. Все, у нас есть 5 секунд! У нас да есть 5 секунд! Уходи! Сюда, 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 сюда! Так, забегай, беги, беги. Пацаны, а вы что-то знаете, да? Это ничего мы не знаем. Ты что, Андрюха, Андрюха, Андрюха. Вы знаете нашу тайну или что? Ничего мы не знаем. Так, 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 так. Так, Макс, а где они? Я без понятия. А, так. Вы слышали, да, то, что в доме что-то разбивается? Да. Ах ты тварь. Все. Все. Меня не найдут. Вот сейчас серьезно, меня не найдут. Отвечаю. Кирюх, я тоже очень сильно надеюсь на это. Я так хорошо спрятался. Звоним все во все двери.
Я в шестой квартире. Пускай соседи открывают. Чего? Шестой, какой? Шестой. Не может такого быть. Может. Нет. Шестой, брат. Алло, здравствуйте. Я, возможно, выпрыгнул из шестой квартиры. А это ты сделал, да, жесть? Кирюх, живи, брат. Привет, Кирюх. Зачем ты обманул меня? В смысле обманул? Здорово! Я так убирал, просто здесь лежали. Знаешь, что прикол, что они убивали? Какой травмат? Короче, вот сань сюда, я не буду убегать. Ах ты тварь! Я встал сначала под окно, потом такой, не, лучше стану в этот. И ты чисто забегаешь, смотришь сюда, вот так вот просто, и идешь. А меня просто типа застопило, я посмотрел, побежал дальше. А здесь меня застопило, я посмотрел. Ну камон! Сука, длиннорукая, а! Я стоял на первом этаже, в проходе, где дверь первая открывается, стоял. Смотрел, пацаны вот тут пробегают, да? Лол, прикольно. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился такой угарный парный маячок. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на все наши канальчики и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. А сегодня с вами были Варпач, Кофе, Эдифай и Фрэш. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока, друзья. Всем пока, пока-пока. Пока-пока.